Интенсивные подачи и активная работа в защите. Девчонки из волейбольного клуба «Динамо Метар-2» с энтузиазмом готовятся к будущему матчу. Теперь тренировки у спортсменов проходят в более комфортных условиях. В зале полностью заменили пол, в тренажерку закупили новый инвентарь и сделали именные раздевалки. Раздевалки хорошо обустроили. Тренажерный зал тоже стал намного лучше. Когда для нас делают многое, хотим отдать отдачу полностью. Будем выигрывать, стараться. Для нас стараются, мы тоже будем отдавать. Заканчивают менять покрытие и в другом корпусе, в зале, где устраивают волейбольные баталии. Кстати, фанаты тоже оценят изменения. На площадке установили видеоборта, которые сделают соревнования более зрелищными. А на больших мультимедийных экранах зрители смогут увидеть самые волнительные моменты матчей. И повторы воспроизводят, то есть практически телевизор. Модернизировали систему вентиляции, отопления. Также в распоряжении волейболисток есть современный медкабинет. А по поручению Натальи Котовой у спортсменок даже появилась собственная гостиница. В помещении 42 спальных места. Здесь дети могут отдыхать между играми. Есть чему порадоваться и другим спортсменам. В одном из корпусов оборудовали новый зал тэквондо. Отремонтировали на 31 миллион все, что мы с вами увидели. И 20 миллионов – это оборудование, которое было закуплено и в это здание, и спортинвентарь, в это здание, и здание, которые Метар спорт. Полностью отремонтировали и фасад здания. Кроме того, планируют облагородить и территорию рядом с комплексом. Здесь власти хотят оборудовать спортивную площадку, чтобы привлечь к занятиям спортом еще больше челябинцев. Всего в этом году на ремонт спортучреждений было выделено порядка 140 миллионов рублей. Наталья Петрухина, Сергей Олейник, 31 канал.